Уважаемые николаевцы, дорогие мои земляки, сегодня в очередной раз обращаюсь к вам от имени районного оперативного штаба. Обращаюсь в надежде быть услышанной. К сожалению, эпидемиологическая обстановка в Николаевском районе осложняется. Практически каждый день регистрируются все новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. И таковых на сегодняшний день в районе уже 37. К сожалению, два из них уже завершились летальным исходом. Поэтому так важно всем нам сегодня вместе прервать эту цепочку заболеваний. А сделать это мы сможем только одним единственно правильным путем, ограничив любые контакты, сохраняя режим максимальной самоизоляции, введенной на территории нашей Волгоградской области и нашего Николаевского района. Выходить в магазины за продуктами, в аптеку, в случае крайней необходимости и обязательно с соблюдением масочного режима. И еще, дорогие мои земляки, при первых же симптомах заболевания не ждите, не тяните, сразу же звоните и вызывайте врача на дом. От этого зависит дальнейшее ваше выздоровление. По статистике, 40-50% людей переносят это заболевание абсолютно бессимптомно. Поэтому мы с вами даже не подозреваем, какое количество людей может находиться рядом с нами, не зная о том, что они являются носителями этого вируса, а вместе с тем могут заразить окружающих рядом с ними людей. Понимаю, как хочется вам в эти теплые майские деньки собраться с компанией, выехать за город. Но, пожалуйста, не делайте этого. Мы всегда с вами умели слышать и слушать друг друга. Я уверена, что и в этот раз вы прислушаетесь к нашим советам и будете максимально сохранять режим самоизоляции. Делать это для того, чтобы сохранить жизни наши и наших близких. Не допустить распространения этой коронавирусной инфекции на территории нашего Николаевского района. Пожалуйста, будьте дома, берегите себя, будьте здоровы.